22:00 детям пора домой. 1 августа детскому закону в Краснодарском крае исполнилось 5 лет. Закон номер 1539, регламентирующий нахождение подростков на улице без сопровождения взрослых после 22 часов, вступил в силу в 2008 году. За 5 лет действия закона 150 тысяч несовершеннолетних были возвращены домой. Поначалу закон воспринимали неоднозначно, а в 2009 году детский закон был принят уже на федеральном уровне. Как оценивают его эффективность жители и гости поселка Новомихайловский, выясняла Евгения Ермилина. Как вы оцениваете эффективность этого закона? Работает ли он здесь? Я вам скажу так. В некоторых местах работает, а в некоторых нет. А почему? Потому что сейчас очень много летом особенно приезжих, семей с детьми. Вот тут контроля, конечно, может и не быть такого. Детям нечем заняться, и они вот снуют везде. А в лето они все на море, все по клубам ходят, по кафе. Еще не совсем действует этот закон. Я из Москвы, там немножко построже. По поводу местного населения, несовершеннолетние дети, я считаю, что работает закон. У меня внуки есть, 10 часов они приходят домой. Очень эффективно. У нас патрулируют машины, проверяют. Если дети есть, то либо штрафуют родителей, либо делают предупреждение. Полиция ходит, проверяет. Молодежи младше 18 лет нету. Я хочу сказать, что милиционеры достаточно хорошо свою функцию выполняют. Единственное, они иногда перегибают. Они могут, например, вот из истории где-нибудь в 9:30 группу компаний, товарищей к себе забрать, до 10 покатать, а потом начинать оформлять документы о задержании несвоевременного гуляния. Недавно подошли у моей подруги, сыночка поймали 9-летнего. Без 15:09 подошли милиционеры, заговорили зубы до 9, а потом пошли, штраф с них взяли и... Еще и в школу сообщили. Мне нравится этот закон, правильно. Мне кажется, надо ввести и в остальных регионах такой же закон. Я считаю, то, что действительно, да, дети должны спать уже в 10 часов. Это мой брат. Мы тоже стараемся следить за ним, и не, так поздно у нас не гуляет. И считаю, что правильно, что приняли данный закон. Сама ли ты гуляешь после 10:00 на улице? Да нет, я сама не гуляю. Неудобно. Ну хотя бы до 11. Гулять хочется. Хочется, но не гуляем.